наставление для сестер, которые выставляют свои фото в соцсетях. Что вы им скажете? На показ себя выставляют, которые. Какое положение их? Совет этим женщинам. Во-первых, чтобы они боялись Аллаха Азза ва Джаль. Женщина — это аурат. Когда бы она ни выходила, будь то ее реальный, личный выход, или выход виртуальный, не настоящий, когда она выставляет только свое фото, когда женщина выходит, шайтан устремляется к ней и украшает ее в глазах тех, кто на нее смотрит. И нет сомнения, что эта женщина, которая смущает людей своей красотой и украшениями, совершает грех. И она несет на себе грех каждого, кто посмотрел на нее и был ею очарован. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что к категориям людей, которые окажутся в огне, будут относиться женщины, одетые и в то же время обнаженные, отклоняющие и отклоняющиеся. Он сказал, что они окажутся в числе обитателей огня. Две категории обитателей огня из моей уммы, которых я еще не видел. И далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул женщин, являющихся одновременно и одетыми, и обнаженными, отклоняющими и отклоняющимися, соблазняющими и соблазненными. И мы просим у Аллаха благополучия и спасения от подобного. И эта женщина, которая выходит перед всеми, демонстрируя свою красоту, пусть она знает, что встретится с Аллахом Азза ва Джаль, и что Аллах спросит с нее, накажет и потребует с нее отчет за красоту, которую она показала, чем ослушалась своего Господа Субханаху ва Та'аля, и что ее тело предстанет перед Аллахом в судный день, будет представлено перед огнем при переходе через сират, и что будут крюки и колючки, которые будут хватать людей в соответствии с их делами. Когда ты выставляешь на показ свое тело и вводишь людей в искушение, ты должна представить, как ты будешь проходить через сират, и те крючки потащат тебя в адский огонь. А прелюбодеи с прелюбодейками окажутся в огненной печи. Пламя будет исходить снизу, и обитатели огня будут слышать их крики. У прелюбодеев и прелюбодеек из половых органов будет течь гной, и им будут поить обитателей ада. Просим у Аллаха благополучия и спасения. И нет сомнения в том, что глаза совершают прелюбодеяние, руки прелюбодействуют, ноги прелюбодействуют, и остальные органы тела также прелюбодействуют. Когда женщина показывает свои прелести, это также относится к недопустимому прелюбодеянию, поскольку рука прелюбодействует, когда хватает, нога, когда ступает, и каждый орган может совершать свой вид зина. Прошу у Аллаха Азза ва Джаль защитить нас от этого. Когда женщина показывает свои прелести, это грех, и может быть классифицирована как один из видов зина. Даже если то зина, относительно которого приводится сильная угроза, это известная форма прелюбодеяния, тем не менее другие грехи также входят в понятие зина, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Глаза прелюбодействуют, когда смотрят, рука прелюбодействует, когда хватает, а нога, когда ступает. Сердце жаждет и желает, а половые органы либо подтверждают все это, либо опровергают. Итак, все это относится к зина. Так что совет этим женщинам – бояться Аллаха Азза ва Джаль, не выставлять свои фотографии, а также не выставлять фотографии развратных или полуголых женщин, выставивших на показ свою красоту, даже если это будет не ее фото. Опубликовав ее, она получит за это грех, так как тем самым распространяет порицаемое и мерзость. Аллах, Субханаху ва Та'аля, говорит, «Поистину тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете». Каждый, кто любит, чтобы среди верующих распространялась мерзость, кто распространяет порицаемое, и сюда относится распространение запретных изображений и развратных видео, входит в число тех, кто распространил мерзость о верующих, а тому, кто ее распространил, уготованы мучительные страдания в этом мире и мучительные страдания в последней жизни. Прошу Аллаха наставить всех нас на прямой путь, привить нам любовь к вере и представить ее прекрасной нашим сердцам и сделать ненавистными неверие, нечестие и неповиновение. ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.